Привет, друзья! Сегодня, короче, проснулся с навязчивой мыслью о том, что простаивает мое детище, мой канал. Вот, поэтому решил все-таки канал перевести с игрового формата в формат влогов. Так как я сейчас много езжу по Европе, особенности по Польше. Вот, я думаю, вам будет интересно посмотреть видео с другой страны, с европейской страны, с более развитой страны, чем наша. Вот. Ну, для украинцев, конечно же, более развита, для россиян, не знаю, в России давно не был. Последний раз был еще, когда был очень маленький, ездил к бабушке в Россию, в Рязань. Вот. Ну, не об этом сейчас. Короче, решил, друзья, все-таки канал перевести в формат влогов. Целое утро крутился, вертелся, поэтому будем делать теперь влоги, будем делать, пытаться что-то... Короче, будем становиться блогерами теперь, влогерами. Ну что ж, поехали, друзья. Здрасте, Танечка. Здрасте, моя женщина. О, здрасте, моя собака, хорошая моя. Девочка еще одна. Как делишки? Да, спасибо, хорошо. Что там в саду сказали? На 10 часов. На 10, да? Сегодня пойдем, короче, в сад к малому на праздник детский. Собака моя хорошая, собака такая. Такая непослушная, лезет на стол. А ну пошла на пол. Вот так. Ну и конечно же не обошлось без нюансов. Здесь кусочек звука не записался. Тайм новости утренние. Что там у нас случилось за целый день? Вчера. Так, день мой начинается с просмотра ютубчика. Так, что там у нас, Толянчик, новенькие видео какие-то выпустил. Так, ну то я уже вчера все посмотрел, пока свежачка нету никакого. Что там у нас в рекомендованных? Так, 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 так. Может на Big Money что-нибудь есть интересненького? О, да, парочка новых видео. Ну ладно, я буду просматривать, друзья. Пока что выключаю. Здесь, кстати, тоже кусочек звука не записался, но здесь я рассказываю о том, что это очень хорошее видео, показательное о работе в Польше. Так что, кто хочет, может с удовольствием посмотреть, а потом и почитать мои комментарии. Ставил свои комментарии. Канал, конечно, я переименовал Fuck You, так что кому интересно будет почитать мой развернутый комментарий про трудоустройство в Польше и как это все происходило у меня, пожалуйста, вы тут можете прочитать. Но я, конечно же, в своих последующих видео буду это все рассказывать, все показывать. Поэтому всем бобра, ребята. Всем бобришка, я побежал дальше одеваться, потому что сейчас идем в детский сад. У малого сегодня утренник, так что сейчас будет продолжение из детского сада. Так, ну что, поехали. Ить.
штанишки, джинсишки, пинч. А что мне одеть еще? Танечка, а какую мне футболку одеть? Такую. Че рубашку одеть мне? Ну, рубашки не поглаженные, да? Есть рубашки. Хорошей хозяйке все поглажено, да? О, вот эту, да. Отлично. Пинг. Все, будем одеваться. О, это совсем другое дело. Красивенький. Ну, а это мой джентльменский набор. Часы, браслет и перстень. Вот так вот это выглядит на руке. Такой себе с рубинчиком перстень купил. Ну, фокусируйся. Такой браслетик у меня. Версаси. А Танюшка у меня такие брошечки делает красивые, ручной работы. Их тут, конечно, у нас целая коллекция. Вот их сколько тут, тоже как-то сделаю отдельное видео по этим ручным работам. Так, ну что, поехали, Танечка. Моя женщина красивая, моя самая красивая женщина в мире. Вот такой получился у меня лук. Красавчик. Такие у меня топульки красивые мне женщина моя купила. Как кеды. Под вид кедов. Отлично. Я вам рассказывал, мы живем в частном доме. Вот такой вот у нас дворик. Прекрасный. Женщина моя. Еще одна собачка у нас, Лаки, живет. Ах, отличный охранник мой, хороший, лайкуша моя. Всем за лайкушу, влепить по лайкуше. Лаки. И еще у нас одна собачка, пекинесик. Короче, три у нас собачки. Маленькая, среднего размера и чуть побольше. Отличные все охранники. Вот. Вот такой дворик у нас. Качелю нам дед сделал. Колодец у нас. Ну, это не колодец, это бассейн. Мы сюда воду заказываем. Машина привозит воду. И там она хранится. А гараж. Такой стол у нас тут стоит. Страшный, старый, советский. Погнали. Погнали, а то время уже. Без 20. Вот так вот выходишь у нас. Здесь красивенько, орехи растут. Зелененько все. И живем мы в 5 метрах от остановки. Вон уже там и остановка. Ну все, телепортируемся в детский сад. Вот мы и телепортировались уже в детский садик. Детишечки тут. Красиво все шариками украшено. А так привяжи, Танюшка, шар вон на забор, да и все. Ага. Дальше мы принесли их все-таки. Где? Ага, в шляпе. Иди, да, иди ты.
лопнул шарик, сейчас будет плакать, наверное. Есть! Бахнул! Бахнул шар, Макс! Да? Ой, ты мой красавчик, в шляпе такой. Несли, несли, а они решили лопнуть, да? Пока-пока, садик. Короче, решили мы отсюда убегать. Да, Максим? Сильно шумно там сегодня. А хочу поснимать тебя. Можно? Нет. Нет? Отлично. Так, уходите с дороги. Едет большой грузовик. А кто это? Мощный праздник трехминутный, да, Танечка? Трехминутный праздник у нас получился. Так я не тебя. А кого? Просто травку вон снимаю. Ничего. Просто так. Зачем травку снимать? Не знаю, просто иду и снимаю травку маленькую. Кузнечика в травке. А разве они так прыгают там? Ну, прыгай. Так что ты говоришь, ничего вкусного в саду не давали сегодня, да? А что давали? Кашу одну. И печенье, да? Вот такая красивая церковь здесь у нас, недалеко от детского сада. Только недавно закончилась реставрация. Пару лет ее реставрировали и сделали очень даже красиво. И купола сразу позолотили. Красивенько, да, Танюшка, сделали? Прям тут, на этом месте? Да. Ничего себе подробности. На месте разврата вырос храм. Ну, мы еще зайдем в поликлинику по делам. А потом мы поедем на новую почту, на доставку. Потому что я заказал сразу себе и флешку для того, чтобы много-много видео-влогов снимать. Здесь мы подошли к этой поликлинике. И я начал комментировать, что очень неплохо даже сделана поликлиника. То есть по сравнению с больницей Терновской, которая в нашем районе, которая уже на сегодняшний день вообще не работает, поликлиника сделана достаточно неплохо, но тут звук опять не записался. Очень даже неплохо отреставрировано, сделан фасадик, все чистенько, красиво, цветочки растут, скамеечка даже есть, мусорник, вон еще скамеечки, потому что он легкий очень. Очень легенький, потому он так медленно падает. Да, а ну пойдем с этой стороны посмотрим, что тут у нас еще. Ну вот даже и беседочка какая-то есть. Молодцы, хоть что-то сделали. Потому что скамеечку, конечно, могли покрасить. Ну, будем надеяться, что это она под конец сезона облезла, но... Вряд ли. Потому что я живу в частном доме и знаю, что такое скамейку и как она выглядит, если ее приблизительно 3 года не красить. Так что такое. Ну, а так, в общем, неплохо. Неплохо. Дают направление в город, в больницу. И он ложится тогда в стационар и лечится. Только больные, которые могут ходить.
бесплатно. Телепортировались уже в центр города, находимся возле Пушкинского кольца. И я рассказываю, какая здесь самая вкуснейшая шаурма в городе. Кто будет на Пушкинском кольце в Николаеве, обязательно заходите в шаурму. Она там самая вкусная, да вообще в Украине, наверное. Айве, заходите на кебабчик. А вот так вот у нас останавливаются водители, когда видят, что этот самый, что ты переходишь дорогу. В Европу они собрались, все эти друзья. Понимаете? В Польше ты только приближаешься к пешеходному переходу, и уже машины издалека останавливаются. А у нас ты можешь полчаса стоять возле пешеходного перехода, и никто не остановится. Ну, как-то так. Но зато мы держим путь в Европу. Весело, однако. Сейчас мы находимся в самом центре, в самом сердце Николаева. Это улица Советская, пешеходная улица. Сколько надо, столько будем делать съемки. А, вот, идем мы в Макдональдс. Забрали мы флешки и решили зайти в Макдак. Короче, съесть по хэппи-мильчику. Вот этот молодой человек захотел у нас хэппи-мильчик. А Танюшка у нас любит Макфлури. Да, Танечка? Ах ты! Да. А Витюшка ничего не любит. Люблю гамбургеры. Я люблю, да, вообще мы любим шаурму. Макдональдс не очень нас радует. Но идем. Идем, малый хочет. Надо идти. Фига себе. Вот это да. А что это? Рисователи какие-то? Да? Прикольно. Короче, взяли мы вот такие украинские бургеры. Танюшки взяли ролл креветками, ну кофе по стандарту Макфлури. Я захотел украинский бургер попробовать, не пробовал еще. Ну, малому по стандарту Хиппи Мил. Кстати, очень прикольная акция, две игрушки за 15 гривен, вторую игрушку докладывают. Прикольно, мне понравилось. Ну, как-то так. Приятного аппетита. Так, вырвались из Макдональдса, потому что там так шумно. Не люблю я такие шумные места. Максик бегает, гуляет. Вот такая у нас в Николаеве улица пешеходная. Называется улица Советская. Здесь всякие кафешки. Такая улица. Всякие бутички, кафешки. Можно походить, погулять. Мороженое продают ребята. Всякие там вон батутики дальше для детей, всякие вон шарики продают. Дети любят гулять здесь по Советской, вон все с детками здесь ходят. Располагается очень красивая аллейка с картинами ручной работы, но будьте осторожны, там злая бабка требует 5 гривен за съемку своих картин, так что начало обходите стороной. А вот это наш менталитет украинский. Культура, да. Такие вот у нас люди. Прямо аж настроение испортилось. Ну ничего. Мы сейчас его быстренько восстановим. Здрасте, Танечка. Здрасте.
гирлянды. Витя, ау. Ты стрижком заберу у тебя и не будешь. Ай, ты чудик. Ты не любишь, когда тебя снимают? Выключи камеру. Выключит камеру? А что ж, я должен же тебя пофотографировать. Я же скоро уеду на работу в другую страну, буду скучать, а так я буду смотреть видео и буду любоваться своим сыночком маленьким. Ну, вот такая вот красивая аллейка с картинами. Если не фотографировать, то вы даже можете на них посмотреть. А если будете фотографировать, то придется вам получить бомбулей. Вот мы и дошли к концу этой пешеходной улицы Советской. Такой красивой улицы. Мы подходим сейчас к набережной. Здесь у нас когда-то... Вот здесь я работал когда-то, это отделение Укртелекома. Вот. Вот то что-то немножко. Что вот это такое? Администрация вот это Николаевская. Город администрация, а вот там? Не помнишь? Я не помню. Маленький мальчик уже наш устал. Вот здесь кафешечку какую-то открыли. А здесь у нас когда-то стоял очень большой памятник Ленина. Самый большой памятник Ленина в Украине. Сейчас уже его нету. А не хочу. Витя! Ну, ну и молодец. Витя! А давай на горгошке. На горгошке? Да. Ну давай на горгошке. У меня опять перестало записывать звук, но я думаю, что я здесь ничего важного не говорил, потому что малого садил на плечи. Не надо там, набери свою камеру. Не уберу. Сейчас. Ты хочешь ехать на горгошках, а я хочу снимать. Еще один флаг. Что, нельзя, что ли, снимать еще. Тебя? Да, кругом флаги висят. Был День независимости Украины. А вот какой-то другой флаг. Мы сейчас пойдем, зайдем в Вегу, спросим, есть ли уже порт в нашей Терновке для подключения интернета. Не надо в порт. А как это не надо в порт? Мы же с тобой, смотри, какие большие, как корабль. Мы прям в порт зайдем сейчас. А? Зайдем в порт? Это у нас театр. Николаевский академический художественный театр. Вот такой вот он у нас. Вышли на набережную, но, как всегда, в добрых традициях Редминут 7-го, начало каждого дубля он почему-то решил пропускать по 10 секунд. Но видео с набережной и все достопримечательности Николаева я сделаю отдельным видео. Большая. Конечно же, надо было начать здесь бурить, когда в то время, когда я начал снимать. Пришли минут 5, никто не бурил. Вот. Вот такая набережная, погуляем с вами, все вам покажу. Да, Танечка? Вот поэтому на сегодня мы видео заканчиваем, потому что мы идем домой отдыхать. Всем привет, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, там колокольчики, все дела. Так, вы же у меня, ребята. Так, замолчи. Вот, видите? Персона нон грата, он не любит, когда его снимают. Так я ж тебя не снимаю. Нет. Ну все, лайкушу пробили, подписались. Всем пока, до следующего раза. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился первый пилотный выпуск. Как говорится, первый блин всегда комом, и звук пропадал.
Вот, и камера дрожит. Ну, такая уж стабилизация у Redmi Note 7. Тут уж я ничего не могу с этим поделать. Будем покупать палку-держалку для лучшего качества блога. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. На все вопросы отвечу. Комментарии для видеоблогеров. И вообще на YouTube комментарии — это очень хорошо, это продвигает видео. А, еще забыл сказать спасибо тем людям, которые смотрят мои видео без отблокеров. Это очень тоже хорошо. Спасибо вам большое. Ну все, всем пока-пока, до скорых встреч.